Всем привет, это канал «Оконный мастер», меня Громов Александр зовут. Если кто не знает, занимаемся, ремонтируем окна из пластика, из алюминия, двери. Но иногда нам приходится маленько работать не по профилю, а ремонтировать еще и цельностеклянные двери. Как бы это чуть-чуть не наше. И вот спрашивается, вот у нас торговый центр сейчас будет справа. На упаковку едем как раз-таки в него. А в нем находится точка питания, система питания, как это называется, ПБО, предприятие быстрого обслуживания. Во, как это называется по-умному. И получается, что внутри находится вот этот, бывший Макдональдс, вообще вкусная точка. А вот Мишка стоит. Да, вот как раз таки она. И получается, что если им надо что-то сделать, произвести какие-то работы у себя в помещении, вроде как бы должно быть собственник этого. Собственник должен здание. То есть администрация торгового центра должна это все делать. Но не тут-то было. Все это заказывает за свой счет вкусная точка. Как ни странно. Нам сегодня предстоит заменить напольные доводчики и фифи-тинги. Вот, у меня целая коробка. Сейчас будем ремонтировать. Будет интересно. Сами не знаем, короче, возможно, у нас доводчик... Возможно, 10%, что у нас доводчик этот не подойдет. И надо будет что-то придумывать другое. Ну вот, сумка. Нормальная сумка? Идем с Мишкой. Соскучились по Мишке, наверное, уже мои подписчики. Да? Не-не. В общем, у нас задача заменить два напольных доводчика и вот эти узлы заменить. А почему? В коробке. Ой, все болтается. А, пипец. Как мы это будем делать, интересно? Если мы вот это отсоединим, вот это отсоединим, вот это как будет держаться стекло? Вопрос. Так, мы организовали себе с помощью наших козлов место, чтобы никто не ходил. Здесь шестереночки-то где вообще-то? Они в большом кармане вот здесь должны. А, нет, они вот в этом должны. Нет, сам берите. Мишка не знает, где у меня что лежит. Я сам не знаю. Погнали сейчас. Сначала снимем ее с петель. С петель ее снимем и поставим куда-нибудь в стороночку. Соединили верхний. Сейчас мы ее сюда вот занесем. Снять ее сосис верхний никак не получается, и поэтому надо будет тоже откручивать по аналогии вот эту штуку. Миш, не эти винты-то. А, ну эти, да. Оставляем? Коробку оставляем, естественно, она там замурована. У меня есть, да. Ключ? Ключ есть, вот там ключ. Вот эту штуку мы не смогли снять. Почему? Где там? Вот, в финале. Ну, вон же, видно его. Вот это? Все видно очень хорошо. Да. Снимаем. Так давай, пока он закреплен, ее вытащим как-то. С тамеской. Сломаешь ключ сейчас. Давай, надо попшикать. Справа, слева, справа, слева. Вот так. О, вот так легко снять. Немножко грязненько. Не чистили здесь давно. Это подметают этой машиной, но сразу закидывают. Угу. Как-то так. Створку сняли. Демонтируем доводчик. Вот где наш доводчик? Вот наш доводчик. Похож, кстати. Немножко не похож. Или похож? Все, покрутили. Кисточка у меня есть, что там?
Щетка была, вон щетка. Жердяйка. А что, пылесос он сказал есть? Подходит. Пакет мусорный найди. Вот этот? Шпатель надо. Коробку сейчас. Так, ключик надо будет принести или у вас нормально? Нет, эти нормальные. Надо будет принести? Любые. Так, что, надо это разбирать. Честь. Да, я опасно уже. Да? Надо вот здесь одному стоять, держать вот так вот. Ну, офигеть, блин, может идти вниз только. Да не, должна выдержать. Хотя хер его знает, да? Да, она ни на чем не держит, я знаю как. Он просто висит. Мы разобрали здесь. Целиком ее? Нет, вот эту, все, разбери ее, новую штуку. И заменим ее все только вот эту часть. Чтобы нам не разбирать. Да по сути тут не так уж и сложно это все сделать. Вот это вот. Она по длине одинаковая, все одинаково, да, тут. Держи. Так. Я сейчас ее законтрю. Не-не-не. Она там болтается. Они когда меняли, они только вот это меняли, все оставляли. Выше поднимай. Все. Мы, короче, заменили вот этот штифт. Эту тоже не стали менять, заменили вот этот элемент. И все, у нас наводчик новый. Сейчас его надо будет регулировать. Что, открывай, закрывай. Пускай, пускай. Отпускай. Ну, я имею в виду, закрывай. Отпусти, пусть она сама закроется, как она должна. Вот это уже там колбочками, видите? Наводчик, да. Наводчик, право, влево, зашли. Давай, бери ключ. Ключ бери, крути, наводчик. Вон он там лежит, в куче. Так, нам сейчас надо зарегистрировать, зафиксировать его наводчиком. Ну, спирайся. Муторную работу. Сейчас, сейчас, давай. Все, крутим. Заводчик заменили. Сейчас его регулируем. Верхнюю ось тоже заменили. Ну, тоже перчатки. На милойке похоже. Дырявый только. Не, не эту крути, вот этот. Такую? Вот, нет, второй. Нет ничего. Вот. А, это зеркалит у меня, блин. Точно. У тебя нет, у меня с одной стороны. Главное, чтобы у нас здесь не цилиндр попадал. Все работает четко. Ну, я еще Все, и нам надо вот этим телом доводчик выправить, чтобы он у нас ровненько шел вот так вот в проеме. В плоскости. А, это пыльный, просто стекла грязные. В пылище все. Так, и зазор смотрю. Равномерный должен быть. Все затянул? Надо, короче, вот этот выкрутить, а этот туда сдвинуть.
сделаю, развернуть что-то, да. Вот этот, тот внутри ослабь. Он крутит, у нас маленькая. Еще чуть-чуть. Ну, практически, еще один раз. Все, вот, идеально. Так, ну что, одну створку мы сделали полностью, заменили. Начинаем делать вторую. Здесь проблема. Как сверлить? Да хватит ты. Что тебе? Делай свое дело. Что-то, блядь. Масло, сейчас все размяхнет. О, видишь, получилось даже. Отвертку бы еще плоскую. А зачем здесь плоскую? Здесь надо крестовая. Давай. О, как по маслу пошло. Представляешь? О, что смазка волшебная делает? Да? Классно? Нет. Нет, не классно? Это случайность. Случайность? Нет, неадекватно. Слушай, а тут вроде поновей, да, водчик-то, нет? Ну на, давай, дедушки. Сняли вторую створку. В этот раз получилось даже снять ее из... Ой, он даже не закреплен был. Что-то какие-то подкладки здесь. Это более-менее доводчик нормальный. Его можно забрать, кстати. Заберем его себе. Как считаешь? Так, смотрим, что здесь с осью. Ось тут съела. Себя сильно. Вот эту накладку нам надо снимать, Миш. Потому что мы это не вытащим. Наклеить. А ты стекло на Казанское шоссе это кому? Диме в машину запихал? Да. Ну ты что, сегодня 5 адресов хочешь что ли сделать? Я тебя не понимаю. Надо было сегодня поставить ее. Выкручиваем ось. Ой, упала. Давай щетку здесь надо подмести. Щетка, там она. Да. Кисточка. Давай. Где? Кисточка сзади тебя. Что? Кисточка. Ну где? Ну посмотри, ну сзади, ну. Ну ты только что пылесосил ей. Андреев. Вон она лежит на подносе. Где? Слушай, а ты где? Вот я. А, Саша, почему ты тебе стекляшку в машину? У меня потому что места нет. Ты не собираешься на верхушку? Да потом поставим, какая разница-то? Все. Ну ладно. Давай, ось. Ось и построитель давай. Ну все, ладно, хорошо. А, тут такая же система. Сушка, давай вот эту заменим. Потому что там она болтается, здесь она не болтается. Не выкручивай ее. Да, да. А я вам так и говорил. Да, давай так и сделаем. Толстый шестигранник, ты где? Блин, а там надо было так же сделать. Я вам так же говорю, нет. А мы только этот. Капец. Они одинаковые. Ну, дай подскажу. Камера? А я думал, сова. Людям, ну расскажу. И мы заменим только вот эту часть, потому что здесь все разбито у нее. А здесь все плотненько, как у кое-кого. Вот. Она запрессована, да. Четко. Как четко. Только наоборот надо, Миш. Ее надо перевернуть. Потому что здесь она вот так стоит. А надо, чтобы вот так она стояла. Ее надо развернуть. Сразу выставляем, чтобы у нас плоскости было. Ну еще? Я не знаю, не вижу. Ну, миллиметр будет очень не страшно. Прогибаться не будет. Вот это надо теперь подтягивать.
смотрите. Где? Вот, вот, вот это. Вот это? Да. Так он сейчас это... Стой, ну подожди, давай посмотрим. Ну все, отлично. Да, отлично. Все, можно насаживать. Заменили вот этот элемент и этот. Сверху пролета нету, а снизу вот увидно сразу. Да, зазор большой. Надо двигать вот эту сломку сюда. А сверху, хотя эта дверка, он странный. Ну, тут... Давай еще привык. Давай, толкай. Сразу одну не вылезет. Мы сейчас надо сюда задвинуть. Блин, зазор побольше сделать. Ну, я что, я сейчас диагонали увожу, а ты что? Нет, надо диагонали сюда низ выдвинуть, потому что там по замку тоже. То есть сюда чуть-чуть. Ну да, по замку тоже. Левый. Мы сейчас ее вот этими двумя винтами сдвинули весь заводчик сюда, чтобы у нас здесь плоскость была. Теперь надо плоскость искать вот в этом месте. А здесь все в плоскости. Вот, в этом положении надо ее зафиксировать. Чуть-чуть перекрутишь, она сразу в кривь идет. Все, давай открываем на улицу. Там никогда не цепляет. Не, нормально. Все, закрываем. Должна стоять ровненько. Все. Ровно. Так. Все зачищаем и клеим его. Накладки новые. А эти старые, на. Держи. Угу, красиво. Получается очень. Так, что еще надо видеть? Все, надели, одели штуки. Ось у нас теперь не люфтят. Зазоры все выставили. Замки все работают. Доводчики работают. Четко. Все. Собираемся. Высводясь. А, покушать обещали нам. Бигмаков сейчас принесут. Да, Мишка? А ты боялся? Он, блядь, меня телефонами мучает. Собираемся, убираемся. Ай, какая красота. Все, мы починили. Это боковой карман. Миш, не сюда, нет. Вот сюда, вот большой. Все, победа. Работников, говорят, кормят здесь. Если кто-то работает, ну, у них обед положили. Сейчас вот ждем свой обед. Вроде, конечно, нам дадут картошку, колу и булочка. И то приятно. Так, ну что, вот. Подарочек мне дали. Мишке я уже отдал свою долю. Точнее, его долю. Так. Опа! Эх, еда, еда. Еда, еда, Яндекс еда. О, в пакете. Кола. Биг Мак и картошка. Офигеть. Ну что? Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Скоро будет розыгрыш подарочков. Розыгрыш будет на Ютубе, в Телеграме и на сервисе Boosty. Сервис Boosty — это отдельный чат, от 1000 рублей. Ждем сейчас, пока нам привезут наши благотворители подарки эти. Будем разыгрывать. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ссылка на Телеграме где-то вот здесь будет. Сразу попадаете в болталку, в обсуждение. Подписываемся, все обсуждаем. А, кстати, вот парень пишет с Москвы. Приехал на адрес, не знает, как отрегулировать. Пишет в Телеграме.
скидывают фотки, там парни скидывают, сразу говорят, как что делать. И он сразу, короче, делает. Я офигел от этого. То, что постоянно кто-то на связи. Пусть даже европейская часть. Ночью, короче, там Хабаровск, Владивосток у нас это, на связи. Так что в любое время парни друг другу подсказывают. Но в основном по инструменту, конечно. Инструментами меряемся, у кого толще инструмент. Все, у меня уже слюни текут. Пока-пока.